Антон Граф, немецкий художник швейцарского происхождения, родился в городе Винтертуре в семье ремесленника. Прославился он тем, что был великим портретистом. Он нарисовал почти 2000 портретов своих современников. В 1796-97 годах по просьбе Екатерины II он делает копии работ, которые находятся в Дрезденской галерее. И одна из этих работ – «Читающая Мария Магдалина», которая выполнена по живописному оригиналу Антонио Корреджи, итальянского художника эпохи Возрождения Магдалина, выполненная на медной доске маслом. Эта работа, к сожалению, сейчас сама настоящая работа неизвестна, где находится, а копия этой работы находится у нас в музее.